Везде по Черноморскому побережью предлагают за 200 рублей 5 минут, чтобы рыбки, массаж рыбками. Это еще один эрзац черноморского отдыха, который, например, которым являются, например, шашлыки везде, потому что настоящий черноморский отдых, конечно, это не покупка шашлыков у продавцов, а это поехать куда-то на шашлык на пустынное побережье. Ну так вот, про рыбок. Совершенно бесплатно можно в горной речке испытать то же самое, если найти нужную ванну, и рыбки здесь будут вас кушать немножко. Хоть целый день можно лежать в этой замечательной ванне с рыбками.